TP-Link TAPA C320WS. Уличная IP-камера с подключением по Wi-Fi и разрешением записи 1440p. Камера поставляется в небольшой коробке с приятным оформлением. В комплекте прилагается блок питания, набор для монтажа и документация. Данная модель выполнена в форм-факторе типа пуля. Корпус пластиковый белого цвета с шаровым креплением основания для точной настройки направления съемки. По бокам корпуса установлены поворотные Wi-Fi антенны, но возможно и подключение по кабелю Ethernet. Корпус не боится воды и пыли, стандарты защиты IP66. Диапазон рабочих температур составляет от минус 20 до плюс 45 градусов при относительной влажности от 10 до 90%. Внешние размеры модели 103 на 64 на 142 мм, а вес 210 граммов. Спереди установлен объектив с фокусным расстоянием 3,18 мм, рядом с ним светодиоды ночной подсветки. Снизу динамик и защищенный слот для карты памяти. Из основания выходят два кабеля – Ethernet для подключения к локальной сети и круглый для подачи питания. Камера оснащена сенсором 1/3 дюйма и разрешением 4 мегапикселя. Максимальное разрешение видео 2560 на 1440 пикселей при 15 кадрах в секунду. Максимальная дистанция ночной съемки – 30 метров. Для управления камерой необходимо использовать фирменное приложение. Оно позволяет просматривать изображение в режиме реального времени, настраивать запись видео и просматривать видеоархивы. Что касается защитных функций, то камера умеет обнаруживать движение и пересечение виртуальных линий, отправляя пользователю уведомления на смартфон, а также может выступать в роли сирены.